Ну чё, как, Доминик, косточки чувствуются? Нормально, да? Ну, вот смотрите, как оно прорезалось, прожарилось хорошо. Всем доброго времени суток. Вот такой вот зимний уловчик. Наловили мы беляшечки. Ну, вообще, по-правильному ее называют плотва. Ну, мы ее обзываем беляшечка. Сейчас мы ее почистим и будем жарить. Делать будем мы ее без косточек. Сейчас мы ее взвешаем. Посмотрим, что она у нас по весам выходит. Ну, что получается? Минус тазик 580. Ну, 0,580. Ну, чуть больше 5 килограмм получается. Почистили рыбку. Подсолили ее. Сейчас мы ее перемешаем. Для поджарочки готово. Ну, почти готово. Ну, как я вам уже говорил, будем резать рыбку без косточек. Делать будем это стандартным канцелярским ножом. Ну, тут смотрите, в чем весь прикол. Вот она рыбка. Смотрите, начинаете прям с хвостика. И вот чем меньше делаете надрезики, тем лучше. И вот вы прям почувствуете вот эти ребрышки. Вот. Даже вот прям, сейчас я не буду говорить, вот прям слышно будет. Вот я упираюсь прям в эти ребрышки. И вот так вот всю рыбку мы аккуратно прям надрезаем. Сразу скажу, это вот кажется, что вроде как процесс долгий, но оно того стоит. И не такой уж он и долгий. В принципе, я думаю, мы быстро уложимся в плане вот этой процедуры. И что характерно, видите, косточки, они же идут вдоль рыбки. И вот мы все их вот так вот перерезаем. И вот они при жарке, они до того ужарятся, смотрите, что можно будет кушать даже ребенку. То есть смело давать без проблем. Так как вот эта вот беляшка, ну еще по-настоящему как бы ее называют плотва, но она тоже костлявая рыбка. Но косточки здесь вот до того мягенькие, что вот перерубая их, они просто не будут ощущаться. Сейчас вот мы будем эту рыбку жарить. Я вам все наглядно покажу. Просто вы сами в этом убедитесь. То есть, насколько это эффективный процесс. И вот так вот переворачиваем. И таким же образом надрезаем вторую сторону. Вот он. Надрезаем меленько. Также до хруста прям упираетесь в основную косточку. И вот так же до конца. Ну, то есть, и помимо того, что можно давать ребенку, и самим будет приятно кушать. Прям очень приятно кушать, когда не мучаешься с этими мелкими косточками. Считай, с ребер только выбрал мясо, и это уже кушаешь все подряд. Вообще классная штука. Вот именно вот этот вот процесс. Ну, вот так, смотрите, прям мы нарезали рыбку. Вот она какая получается. Гармошка идет. Вот они все косточки эти переломанные. Ну, вот так вот каждую надрезали. Ну, в принципе, что, по времени у меня ушло, ну, я не знаю, минут 5, наверное. Минут 5 ушло вот на такое количество. Сейчас одну партию пожарим и будем приступать ко второй. Поставили сковородку. Наливаем маслица. Сейчас немножко нагреется. Приступаем к зажарке. Ну, вот таким образом каждую обваливаем в муке. Предварительно мы ее посолили. Нагрелось масло. Закидываем рыбку. В
процесс жарки пошел. Зажарилась одна сторона, переворачиваем на вторую. Вот такая рыбка получается, золотистая. Покрывается корочкой. Пожарилась первая партия. Достаем ее. Ну, жарилась она хорошо. Здесь, ну, конкретно можно сказать, косточек прям нету боковых, вот этих мелких. Приступаем ко второй партии. Сейчас вторая партия зажарится. И можно будет уже смело снять пробу. Ну, переворачиваем вторую партию. Вот как классно оно у нас прожаривается. Пожарилась у нас вторая партия. Сейчас будем снимать пробу. Делаем дегустацию. Блин, ну классно. Правда. И не хлеб, ничего не надо. Просто кушай. Ну так что советую, попробуйте вот такой элементарный, простой рецепт. Ну классно просто вот детям давать удобно. Ну как бы вообще косточки не ощущается. Ну и самим приятно вот кушать, когда не мучаешься там, с косточками не ковыряешься. Не, ну конечно есть и любители, и гурманы, которым именно процесс нравится вот этот вот с косточками повозиться. Ну как бы здесь на любителя. Так что приятного вам всем просмотра. Всем мира и добра. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Давай, Доминик, кушай. Че, как, косточки ощущаются? Нет? Вообще никак? Нет. Да? Ну давай, давай, показывай.